Всем привет, друзья! С вами Саша. Сегодня я вам покажу работу команды PUP в HeadAdmin. Все у нас просто. Команда пишется вот так. Пишем PUP. Ну и прописываем код. Это я, получается. И у нас получается вот такая вот фигня. И получается вот такая фигня. В принципе, получилось гораздо смешно. В общем, вот так вот. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока.